Здравствуйте, подписчики моего канала, здравствуйте, данное видео. Вот свиноматка у нас по всем признакам опороситься буквально в течение нескольких часов. Обратите внимание, если и посмотреть, у нее уже должно выделяться молоко. Вот так вот нажимаем, он, видите, беленькое. Уже молоко пошло где-то, ну, часов максимум, за 5 часов где-то до опороса такое происходит. Соответственно, свинка полностью готова к тому, чтобы принести на пополнение. Сегодня какое число, я хочу сказать? Сегодня 16 апреля, 20-й год. Живот ушел вообще вниз. Вот она сверху, если смотреть, стала по бокам, не выпирает нисколько. Хоть бери седло, ставь и скачи на ней. Зато живот опустился так низко, что до земли он даже прям трется по земле. Ну, естественно, сиськи уже молоком налились. И самое главное, молоко проступает. Если молоко проступает, то там уже, ну, скоро-скоро. Вот если свинья в таком состоянии, будьте готовы. Если это вечером вы заметили, то ночью уже точно все будет. Блин, вот зараза, полезла грязь. Соответственно, будем смотреть. Я думаю, сегодня она опоросится. Мое предположение. Ну а там, то, что мы предполагаем одно, как будет, так будет. Видите, свинка как поменялась. Плюс заходишь, она лежит, не скачет, как она полюбляет. Ну, полностью уже готова к опоросу. Соответственно, можно уделить внимание ей, чтобы во время опороса может помочь. Принять поросят. Хотя, как вариант, оставить все на волю судьбы, природы, так скажем. Слабые и больные, чтоб отошли, а здоровые и нормальные выжили. Ну, если что, чуть-чуть поможем. Свинка, в принципе, нормальная. Не, это у нее второй опорос будет. Первый опорос прошел хорошо. Думаю, со вторым будет нормально все. Просто хотелось показать вам вот сейчас вот, ну, конкретно. Буквально за несколько часов до опороса. Помяните мое слово в следующем видео. Я вам скажу, через сколько произошло. Ну, через сколько она пороситься начала. Это уже вообще просто капец. Вот-вот, сейчас будем ловить уже. Сейчас закроем, каждые полчаса будем заглядывать, смотреть, что там у нее происходит. Вышли. А, еще один момент. Можно прогуляться, если она сама хочет, в принципе. Лучше пусть пройдет, прогуляется. Быстрее будет родовая деятельность это происходить. Трошечки ее там расшевелить. Хуже от этого не будет. Ну, если не хочет идти, конечно, лучше ее там палками бить не надо. Однозначно. Видите. Спокойно. Уже опухли. Короче, все готово к принятию пополнения. Так что пополнение ждем, не дождемся. Не дождемся. Вот-вот. Зараза, кормушку ломает уже второй раз. Утомила. Что-то ей место не находится. В общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Обратите внимание еще раз, как свинка готовая к опоросу выглядит. Спинка стала узкая, по ширине прям видно, как, ну, как будто она и не супоросная вообще. Зато вниз, если глянуть, то тут. Тут у нас просто бомбовоз. Рыжая он сидит. Жопа чует, наверное, что будет кто-то поросить. Ну да, прости. Вот и виновница торжества. Сопит тут две дырки. Рыжик вот там рядом сидит. Тихо себя ведет. Яйца пришли, она лежит. На пузо улеглась и все. То обычно такая веселая, да, попрыгать здесь, на двух ногах постоять, поорать, поверещать. А сегодня все. 4 дня перегул, как бы получается, по срокам. Но я думаю, нормально все будет. Будем сегодня ловить. Давай укладывайся ты, морда. Погода теплая, подстилка горячая. Думаю, не будет ни закапываться, ничего, и поросятки не будет под нее лезть, и будет тепло, хорошо. Посмотрим. В зимнее время, конечно,
есть немножко проблемы. Пытаются закопаться поглубже. Подстилка чем глубже, тем теплее. Сараи у меня не дуже утепленные. Ну, шумаем, так скажем. Гнездовье сейчас будут делать все. Смотрите. Вот подружка. Подружка на дыбыны стоит и не скачет, и не орет. Это очень странно, на нее не похож. У них какая-то солидарность. Поросячья солидарность. Чувствуют, что не надо друг друга беспокоить. Даже к еде. Ну вот так. Не хочет. Лучше, конечно, чтоб поела, потому что после опороса, возможно, там и 2-3 дня она не сможет есть вообще. По-разному бывает. Бывает, только опоросилась, стала и пошла кушать. А бывает такое, что там 2-3 дня уже начинаешь ей коктейли какие-то колотить, чтобы она хоть трошки начала адекватно на еду реагировать. Аж прям как, слышь, аж как меньше стало. Живот ушел вниз, да. Спина, все это вытянулось. Уже стало. Да. Да вот будет с часу на час. В принципе, будем смотреть. Думаю, сегодня уже поросятки прибудут у нас. В принципе, слушай, я хотел показать видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты, всего доброго.